Приехали к теще помочь собрать урожай. Посмотрите, какие черешни. Это просто... Вот, чтобы вы видели размер их. Две черешни. Больше спичного коробка получается вот здесь. Длина. Очень крупные. Да, черешня вкусная. Очень вкусная. И крупная. Это просто, вот смотрите, я сейчас... Сколько у меня? Да ну. Смотрите, вот у меня сколько. Вот уже все, в ладошку не помещается. Три. Шесть штук. Я сейчас поправлю. Вот. Шесть штук и полная ладонь. Привет. Привет. А у Сеты вообще три штуки ладошка. Какая? Да, очень крупная. Сказка. Да, вот если бы было вообще коробок спичек сравнить бы, ну вообще. Черешня как маленькие, как яблоки мелкие, да? Как раечка, да? Да. Крупные. И сколько их, смотрите. Там. А сегодня у нас какое число? Второе. 2 июля. Вот так. Очень вкусная. Просто сказка. Смотрите. Да? Красота. В этом году урожай. Вишни, черешни. Только что крыжовник рвали. Сейчас пойду вам смородину покажу. Класс. Да? Вот так грозди поднимаешь. Смотрите, сколько там еще. Сейчас наверх залезу. Кажется, у нас какой-то мутантный огород. И вот такие абрикосы, смотрите. Мутантный огород. А где такое? Где это дерево? А с той стороны, да? Да. Вот смотрите, сколько. Я думала, это вишня, это черешня. Да. Да, в этом году класс. Ого! Да, да. Вот такая черешня. Сейчас пойдем отнесу. И еще, потому что... Досыпай. Есть, конечно, немножко уже подгнивший, но не без этого. Мы только хорошие, да. Ведро. Ну, гроздья, смотрите. Да, ведро только хорошее, конечно. Ага, деревцо небольшое. На, дай маме. Вот так, сейчас я вам покажу. Малинку уже мы, в принципе, порвали. Крыжовник собрали. Ну, немножко остался такой там зеленковатый. Смородину порвали. Сейчас вам, пока выйду, покажу бабушке. Тут смотрите, какой порядок. Ничка, ветер сел. Сегодня вообще холодно. Утром 7 часов утра было 15, 12 градусов всего. Это уже заход уже был. Все поливается здесь, все аккуратно. Ну вот, клубника, это, скажем так, не маленькая, видите? Нормально. А если сравнить с черешней, то вот примерно так. Такая черешня. Вот. О, вкусно. Есть смородина. Еще не поспела. Вот. Вот там малина была, оборвали уже. И вон там тоже малинка, тоже уже оборвали. А тут смородина у нас. Но есть уже и поспевшая. Вот там, смотрите, какие черные, какая уже. Какие гроздья. Сегодня такой будет ролик. Про ягоды. Красота, да? И вот тут тоже такая есть вкусная, красная, вот она. Очень вкусная. Это тоже зеленоватое еще. Вот, давно не видели нашу звездочку, тоже нам помогает. Мэричка, иди сюда. Ай-яй-яй, вся, посмотрите на нее, вся в траве.
каких-то репяхошках. Марионочка гуляет тут по огороду. Да? Так. Меньше разговоров. Вот Света рвала. Оставила. Надо забрать. Это на компот. Вкусно. Свежее. Свое все. Вот. Пойдем, Мари. Пойдем. Тоже гуляет. Сейчас еще пойдем. Сейчас мы дорвем черешни. Я возьму стремяночку. Так, так я, наверное, не смогу отнести. Ладно. Сейчас возьму стремянку. Вот. Поставлю еще вверх. Верхушку пообрываю. Ну, и деревцо небольшое. Не сказать, что прям супер большое дерево. А черешни — это просто фантастика какая-то. Вот такое ведро. Малинки нарвали. Пойдем, Мэри. Сейчас вот такую стремянку возьму. Мэри со мной. Пойдем. Пойдем. А ну, показывай, где нужно рвать. Где мама? Пошли до мамы. Пойдем. Она знает. Пойдем, пойдем. Оп. А ну. Я вообще, я... Ну, вот это черешня, да? Мне просто слов нет. Я... Да не, понятно. Нет, конечно. Вот тут сверху больше, больше, конечно, таких испорченных. Да, да, да. А с этой стороны дома тоже черешни, яблочки, вишенки. Какая абрикоска? Да, вот это большие абрикосы где. Да, да, да. А сейчас стремяночку или трухануть. Давай я попробую потрусить. Может, попадает. Они уже вроде как спелые. О, собирай, Светочка. Вкусные? Вот столько. Нападало. Вкусные абрикоски. Большие. Вишенки. Вот уже почти ведро. Светлана внизу. Я где повыше достаю. Я и стремянку брал. Ну вот он, сегодняшний урожай. Буквально за пару часиков. Три ведра черешни. Натрусил абрикоски. Смотрите, какая прелесть. Малинка. И ведро вишен. Ну и Мэри. Мэри помогала нам. А как же? Поддерживала духовно, да? А теща здесь обед готовит с Кристиной. Маму! Что сегодня у нас на обед? А что вы хотите? Вот вам рыбочка. Рыбочка. Так, давай я вот. Это с чем пирожки? Пышки. А, это пышки. Понял. Кристина салат резает. Все? В общем, давайте сейчас стол накроем. Я вам покажу, чем будут нас подчивать. Вот это у Светланы нога перебинтована. Собака укусила, представляете? Ну ничего страшного, но нужно промывать там все такое. Сильно испугалась. Ты сильно испугалась, да? Сильно. Давление подскочило 200 на 100. Да, 200 на 100 было давление. Капали в больнице, представляете? Да, прям во дворе. Причем соседская собака. Вот такой теща накрывает стол. Майонезик возьмите в этом холодильнике, который... возле мойки. Ну вот и все, в принципе. Все, друзья. Инеем покрытое. Инеем покрытое. Будем заканчивать.
Вот такой он сегодня день прошел. Саду. Трудовой десант. Да, трудовой десант. В саду, в огороде. Ягоды малинки собирали. Все, надолго не прощаюсь. Как всегда, скоро увидимся.